Доброе утро. Четвертый день нашего похода. Мы с Андрюхой вышли с утра пораньше. Такое место шикарное. Здесь судак целую ночь бил. Здесь вход с какого-то озерца или речушки. Обратка с ямой. Яма 9,7. И вот здесь такой обрыв. Вот. Под той стороной. Там 4,5-4. Сейчас будем жиговать судака. Судак есть здесь. Хороший, крупный судак. Вот здесь еще место очень классное. Чуть выше по реке. Отбойная струя. Здесь тоже огонь, место для судака. Поищем сейчас везде его. Так что мы приступаем к рыбалке. У меня начну с изи шайнера. 25 груз. 2,8 фэт. Андрюхе дал там Lucky John. Так, делаем первый заброс. Давай, рыбачь. А справа взагалі там 25-ка просто висить. Я помню. Я потом щось поважче поставлю. Поклевка есть. Поперло проти течения, глянь. Проти течения поперло. Ничего себе, глянь. Жерех, жерех. Судачий удар был из жерех. Красота какая, глянь. Вот жих. Я думал, судак. Ну так стремянулся вперед, что я думал. Да, селедки не будет. Надо сначала еще поймать. Хорошо сидеть. Тихо, тихо, тихо. Ух ты, силиконку сбыл. Класс, красавец. Огонь. Такие десь кило, 100 кило 200, наверное, да? Невеличкий. Выпускаем? Ой, придется. Сейчас мы его и поймаем тоже. Фотосессия у нее трошки. Ох, красавец. Заброс в сторону пляжа. Поклевка. Похоже на щуч. А, так она и есть. На слаг крейтеч. Сейчас отвалится. Ну сейчас я пошлю и за мамкой. Такая вот щучка. Это бы ты сказал самый съедобный вариант. Тихо, тихо. Зубастики какие. Переезжаем на другие судаковые точки. Здесь не сработало место. Не, щось іде, іди, іди. Покажу наш условий. Ти ще й слові. О, окуняра. Я думаю, щось серйозне. У тебе спінінг і згинається. Ага. Оце тебе блісне, звісно. Якраз окуньова. Знаєш, така наче сіверна рибалка в тайгі десь. Атом 2. Ну, окуняр отборний. Ну, так і взяло. А до этого поклевок не было.
Аж смешно. Ну что, ты выкидывать будешь? Ну, да. Конечно. Давай за рыбу подплёк. Рыбка мелкая. Обрывистом бережку. Окуня. Ого, хороший. А свинок пэкт. Ну такие наверное, ты. Не, меньшенькие, меньшенькие. Меньше. Такие вот. Селектовский взял овсетник на пробу. Хорошее очень качественное удивление. Я думал, Китай должен. Как для Китая. Таких окуней можно было бы и это, и жареный классно. Так, наконец-то произошла поклевка, похоже на судака, на выходе из ямы, да, судачок. А, мелкий, а сначала показалось такой, думаю, может, с кило. Да, он штопором шпандерит. Не-не-не, винт как раз... Ёлки, гадская щука. Судак. Щука жизненная, да я ему не вообще. Какие кукан. Такая щучка. Маслаг. Китыч. Наверное, его надо было с другого раза глянуть. Я, наверное, раз влупил и мимо ее прорвал. И на другий раз догнала уже. Помири, тут 30, сколько, 5 сантиметров есть? Ну, это 23. 50, в общем, сразу, да? 40. 40. Идем в сторону лагеря. Холодно, ужас, погода сильно поменялась. Задул ветер такой северный, наверное. Брюк. Замерз. Стоянка номер 3 у нас была. За собой убрали. Оставили столик, лавочку. Ромчик соорудил. Посмотрели, чтобы ничего не оставить из своих вещей. И отплываем. Опять же вниз по течению. Вроде у нас погода жалует пока. Дождевые тучи обходят стороной. Не хотелось, конечно, чтобы намокнуть. Команда в сборе. Идем вниз по течению. Очень красивое место. С той стороны целые заросли бешеного огурца. К сожалению, не смог все места интересные обловить. Но рыбку удалось половить все-таки. Трофей этого места это ожерелье. Это кило 100, кило 200. Окунёк. Первая рыбка. За сегодняшний сплав по никро. А я на твич. Раранч. На твич. На прогоне. Судачок. Раранч. 110 вроде. Вот это номер. Она поклевка на черик дайвер. Хотел специально ему поставить покрупнее крэнк, чтобы отсечь некрупную головля. Ну это не тот. Да. Черик в крутом расцветке. Зашла поклевка на реранч. Ух. Ну не крупная. Красиво на твич взял. Такая щучка. Ну, все, цепилась сама. Сразу же заброс второй. И опять же щучка. Еще чуть-чуть меньшего размера. Такая вот. Да, на твич дело идет.
чтобы зручніше под рулей. Вот такая щучка. Возле поселка Лесконоги решил сделать обеденный такой перекус, остановку на короткое время. Здесь такие не очень интересные места. В общем, для рыбалки много таких глинистых перекатов, где стоит много жереха, достаточно крупного жереха, но поймать их его сложно. Надо или утром, или вечером работать. А так с наскоку у меня не получилось. Один выход был, удар по рейнджу ударил на вымотке в районе 1.5 килограмма. И на этом все закончилось с жерехом. Андруша, не жалеешь ты себя? Красота, Ик. Ты прыгать будешь, чешу? Сумасшедший? Ну, успокойся. Не допрыгнешь ты туда. Что, прикалываешься? Только же не щучкой же, надеюсь. Ты остатки разума хоть есть? Андрюха, клюнула чи нет? Ищем место для стоянки. Ух ты, дубки, глянь. А, ну дуб и шершни, конечно. Твоя тема, да? Моя тема, однозначно. И такие вот лавки здесь. Ну все, что тут есть. Поляна хорошая. Парк красивенно. Он и тобит. Снимай меня. На этом месте есть вот такой вот сюрприз. В ольхе такое вот дупло. Гнездо шершня. Вот у них сторож сидит один, охраняет территорию. Он их проверяет, всех, кто прилетает. Это как раз момент такой отснял. Процентов 80 сот еще не вскрылись. Вот сейчас хорошо видно. И мы думаем здесь остаться или идти дальше, искать место. Все-таки переехали в другое место. Разожгли костерчик. Разбили лагерь уже. Здесь такой импровизированный стол, нашли холодильник. У нас тут соседи рядом. Такие веселые ребята. Ну, сейчас здесь будем располагаться, ужинать и готовиться ко сну. Чуть ниже по течению, 600 метров. Интересный поворот такой, глинистый, обрывистый. Наверняка там русловая канава интересная. Завтра поеду поджигую. Если бензина хватит. Осталось очень мало бензина. Такой наш лагерь. Раннее утро, рыбаки-болтуны, справа там приехали. Даже без захолота, теперь мы знаем, где ямка, где прияма, где брава, где судачок, где окунек. У нас сел аккумулятор. Андрюх, что мы стырит тут таких, с такого вот приборчика, чтобы запустить наш эхолот. Утро, туманище. Наш лагерь. Работает и холод. Ничего себе.
14 градусов. 0 метров. Пойдет. Экзамен сдал. Погнали рыбу. Поехал, то вышли на такую галечную, ракушную косу здесь. Между руслом реки и вот этой примыкающей такой глубоководной заводи. Здесь раньше устье речки было. Смячка, если не ошибаюсь. Сейчас от речки ничего не осталось. Постараемся здесь поохотиться за окунем. Но если повезет, что покрупнее возьмем. Андрюха тягает на свое колебло. Атом 2? Че, а он наш лагерь. Там на горе. Третья поклевка за утро. Похоже на окуня. Ух, красивый. Блин, полностью в горлянке все. Вообще, блин. Красиво, конечно. Прямо с первой береговой бровочки. Сейчас приманочку покажу, если выйму. А, у нас селектовский червяк такой. А до этого проджиговал с лагом там. Критическим, крупным, правда. И ни одной поклевки. Такая вот вторая поклевка с того же места. Видно, стайка стоит. Такой окунек. Ну, они тоже в пасте полностью. Красиво, заглатываю, блин. Ну, ценные вылычки. Опять же, на селектовский червь. Не помню, как он называется. Подпишу, если что. Достаточно крупный. А здесь трактористы хороводы водят. Закончили утреннюю рыбалку, распинговали, может, часа полтора-два. Очень интересные места, ямы и 9,5, и выходы, и входы в ямы. У меня было 4 поклевки, из них 3 окуневые и одна, скорее всего, судачок некрупный. Реализовал всего лишь 2 окунька, ну, такие более-менее по размеру. Вот и все, весь улов за утро, к сожалению, так. Так что мы не будем терять время. Сейчас завтракаем, собираемся и идем вниз по течению. До Новгород-Сиверского, по моим подсчетам, осталось где-то 18-19 километров. И у каждого в баке осталось не более чем 3 литра бензина. То есть нам надо половину этого пути хотя бы пройти сплавом на веслах. Ну, на веслах, а сплавом. Если нам повезет. Или иначе, даже не знаю, как, может, не дойдем до Новгород-Сиверского. Нам дойти надо до Новгород-Сиверского, чтобы было удобно нас забирать нам, ну, машина, чтобы забрала. Так что у нас такие планы. И во время сплава будем спинговать. Мне интересно очень на тычинг половить. Хочется поймать там немного рыбы, но чтобы она была крупная. Так что такие планы. Сейчас собираемся и уходим. Вот она поклевочка. Зверь-рыба. Все, сошла. Сегодня будем опять сало, значит, есть. На паникру. Вот она, щерик, поклевка. Ёлки-палки. Да, не прет. Нет. Не успела снять. Жерешка Антоночек взял. Молодец. На щерика. Вот это вот место. Как-то ручей здесь впадал, видно. Руки. Давай сюда. Чтоб чистить руки было, я тоже скажу. Да пофиг, дай Антона поймать за руку. Ну давай сюда его. Его? Налима? Да Налима и Антона.
Подтяни. Він дивись, ти. Це змія на голові. Молодець. Сейчас будем. Там в конце. Ось малинчик. Красенький, да? Надо его сфотать и отпустим сейчас. Тресковый. Ой, костельный. Пошел. Налимчик. Красенький какой. Прелесть. Такое-то. Как змея. Голова как у змеи. Покажи, что там. А? Есть? Вам покажи. Ого, омар целый. Или выстал? Добытчик ты наш. Круто найти. Есть. Есть? Хорош? Цены вылочки. Все, вошли в Новгород. Огромное количество рыболовов, лодок. Все рыбачат, отдыхают. Здание, достопримечательность, которая открывается с воды, это тюрьма. Друзья, конечная точка нашего путешествия, подножие города Новгород-Северского. Вот наша лагерь, мы здесь разбили все шматье, нужно здесь. Такая полянка грязная, мы чуть-чуть прибрали ее, я еще приберу. И завтра рано утром, не рано, но утром. Будем выдвигаться уже домой. Сейчас раков приготовим. Потом чуть попозже покажу. Те лошадки, которые отслужили нам верой и правдой. Красавцы. Все. Рыбка на жарку. Здесь вода для раков готовится, рассол. Андрюх, как настроение? Великолепно. До дома. Хочется до дома, да? Дружки, да. Красота. Ух ты. Скинул 5 килограммов. С таким пищей, с такой пищей, с таким рыбаком. Чистый белок. Да, конечно. Венки по воде идут. Красиво как. Классно. Киевана купала. Наверное. Неужели я был, я Киевана купала? Это у нас сегодня день освобождения от фашистских захватчиков города. А-а-а. А завтра у нас день города, праздник. А, понятно. То есть будет богато милиции. Это... Да, довесь он там. Огерки будем есть? Доедать их надо. Так, водичка закипела. Пришло. Давай раков вместе накидаем. Время раков. Вон какие красавцы, Андрюха наловил. Запотело. Подай, пожалуйста, ножик. Спасибо. Сейчас их надо чуть притопить. Беднях. Красота. Раки уже готовы. Красота какая. Вторая часть ужина. Третье. Десерт. Раки. Раки это как драки. Не надо такого. Обойдемся миром. И будем ложиться спать. Тюрьма, в принципе, рядом, можно остаться. Да ладно. Кому накажи так. Ну, посвятите ему.
здесь аккумулятор сел. Мы и так светить. Вот. Ух. Андрюха молодец. Надо радоваться. Тут даже без вариантов. Класс. Сережа едет нас забирать. Наше шматье. Вот на таком мажорном аккорде завершилось наше путешествие. Я безгранично благодарен моим друзьям за душевную компанию, за дружескую атмосферу и за веселое настроение. Обязательно повторим на следующий год. Осталось ждать не так уж и долго, ведь время летит очень быстро.